Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов дал старт строительству башни Алан-Кала в высокогорном ауле Хурзу Карачаевского района. Это значимое культурное и историческое событие в жизни не только жителей нашей многонациональной Карачаево-Черкесии. Оно имеет большое объединительное значение для всех народов Северного Кавказа и нашей великой России, отметил Рашид Тимрезов. Вместе с сенатором Ахматом Салпагаровым, депутатом Госдумы Султаном Узденовым, депутатом Госдумы 6-го созыва Алиханом Харсиевым, известным бизнесменом и сенатом, членом Союза писателей России Михаилом Гуцериевым, нашим земляком, управляющим партнером акционерной финансовой корпорации «Система» Али Узденовым, совершили обряд по усопшим предкам, а также заложили капсулу памяти в основании будущей башни, в тексте, который предназначен для будущих поколений жителей Карачаева-Черкесии, гостям, которые будут любоваться новой туристической и культурной достопримечательностью. Отмечено, как важно сохранить преемственность поколений, память о героических предках и их стремлении жить и созидать на родной земле и в своем отечестве.